Начинаем шить платье. Платье у меня будет состоять двухслойное. Белый цвет будет и зелененький сверху. Берем выкройку, обводим. Все-все-все обводим. И как вы понимаете, мы будем шить белое платье белыми нитками, зеленое платье зелеными нитками. То есть по цвету подбирайте, пожалуйста, чтобы не было видно ниток, которыми шьете платье. Прям обводим все это дело. Обвели. Дальше. Вот здесь, на зелененьком, мы тоже обводим. Я тут обвела мылом. Вот так у нас получается. Дальше. Для зеленого я беру вот такой вот фатин. Прям сейчас отрежу. Небольшой. Небольшой такой. Вот даже знаете, как надо, чтобы на кукле это все выглядело вот таким образом. Смотрите, берем выкройку. И я думаю, что фатин должен быть не больше, чем вот. Либо мы сделаем короче платьишко вот здесь вот и фатин подлиннее. Либо платье такое оставляем, фатин покороче. В общем, решайте сами. Я сделаю покороче фатин. Ой, то есть покороче платье где-то сантиметра вот так. На сантиметр вот так короче, то есть получается у нас со всех сторон так покороче будет. И получается тогда фатин у нас будет. Сейчас скажу сколько. Так, 5 сантиметриков. Ну, в принципе, он будет стоять нормально. 5 сантиметров фатин. Плюс его еще надо будет на подгибку, то есть сантиметриков 6 возьмем. Чтобы его ровно отрезать, его надо сложить. Вот где у меня тут ровный? Ровного края нет. В общем, его нужно сложить вот таким образом. Отрезать край. Всегда обязательно его отрезайте. Иначе он будет неровный. И отмеряем 6 сантиметров. А где-то вот здесь. И вот таким вот образом отрезаем. Я думаю, что его может мне просто не хватить на красивую пышную юбку. Я отрежу 2 таких кусочка, отрезочка. По 6 сантиметров 2 отрезочка. Вот такие. Вот это обязательно мы срезаем. Все кромочки отрезаем. У этого также отрезаем. Тут у меня даже кривенький получился. Надо будет его куда-то убрать. Видите, какой кривой. Не одинаковый. Так, в общем, это мы все соберем сейчас и отправим вот на это платье. А сейчас пойдем на машинку и подготовим для беленького платья. То же самое, все то же самое. То есть тут по сантиметру мы убираем. И 5 сантиметров делаем. То есть я сейчас отрезать это не буду, это у меня в шов уйдет. Дальше, смотрите, у меня здесь есть вот такая вот тесьма. И она, кстати, прям 5 сантиметров. Но нам на шов тогда не хватит, поэтому я сейчас вот это вот пришью. Вот сюда. Сделаю здесь шов такой. Вот знаете как. Сейчас увидите, сейчас закроем его, чтобы не было никаких видно. В общем, зигзагом прострочим. И вот от этого уже отрежем 6 сантиметров. Вот от этой общей такой вот загогулиной. А потом ее всю соберем. Соберем и начнем делать платье. Пошлите на машинку.